7 вечера в украинской столице. Главные новости, известные нам к этому часу, расскажем вам прямо сейчас. Мы работаем в прямом эфире. Это новости в студии Максим Малынов. Добрый вечер. И начнем выпуск с главной темы сегодняшнего дня – ситуации на Закарпатье. Из-за осадков в виде дождя и снега продолжаются сильные паводки. Уровень воды в реке Латорица может достичь исторического максимума 2001 года. И тогда может затопить половину города Мукачево, в котором проживают 90 тысяч человек. В 7 районах области подтопило жилые дома. На 4 дорогах закрыли движение. Об этом UATV рассказала спикер пресс-службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр. На данный момент у нас в усиленном режиме работают все службы жизнеобеспечения в области. Поскольку потоплено уже более 3500 гектаров сельхозугодий в Вершавском и Виноградовском районе, нанесен ущерб 278 домам граждан, потоплено 22 подвальных помещения. Буквально каждый час ситуация меняется, цифры увеличиваются. Реки сейчас на пике паводковой волны. 4 автомобильные дороги полностью перекрыты. Из них одна государственного значения и 3 областного. В Вершавском районе в селе Вельхивка перекрыта межрегиональная трасса Мукачево-Рогатин. И на этом видео вы можете увидеть, как поднялась вода в реке Боржава. Прибрежные поля затоплены. Это видео снимал сегодня на свой мобильный телефон очевидец событий. В то же время в Виноградовском районе спасатели спускают воду на поля, чтобы уберечь близлежащие населенные пункты. 17 насосных станций откачивают воду. А вот как работают спасатели в Ужгороде. О чрезвычайной ситуации из-за паводков на Закарпатье украинские спасатели предупредили Венгрию и Словакию. Горные реки впадают в Тису, которая протекает в соседних странах. Содействовать освобождению украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, призвал ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Во время встречи в Нью-Йорке он передал генсеку организации Антонио Гутерришу открытое письмо от имени Ассоциации родственников узников Кремля и украинских правозащитных организаций. Говорили и о перспективах миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе. Накануне встречи с Гутерришем Климкин провел пресс-брифинг в штаб-квартире ООН, где заявил, россияне пытаются создать впечатление, что миссия будет чем-то вроде оккупационной администрации. Мой ответ на это такой. Оккупационная администрация там уже существует. Нам нужна реальная миссия, которая будет покрывать всю территорию оккупированного Донбасса, неконтролируемый участок государственной границы между Россией и Украиной. К тому же, безусловно, будет иметь крепкий и мощный мандат по разоружению, сдерживанию, реальному отводу войск, включая российские силы и все виды вооружения. А также, конечно, готовить Донбасс к предстоящим выборам. Формула очень проста. Россия выходит, международные силы заходят. Пророссийские наемники сорвали работы по восстановлению линии электропередач в Травневом Донецкой области. Боевики обстреливали из стрелкового оружия окраины населенного пункта. Огонь вели из временно оккупированного поселка Гольмовский. Из-за провокационных обстрелов ремонтников эвакуировали. 75 бывших депутатов Верховной Рады Крыма объявлены в розыск. Обвинительные акты касаются 56 из них, и их направили уже в суд. Рассказали в прокуратуре Автономной Республики Крым. Экс-парламентариев обвиняют в содействии российским оккупантам. В марте 2014 года прошел непризнанный референдум о статусе полуострова. По его результатам Россия включила Крым в свой состав. Европейский Союз, США и другие страны не признают результатов этого голосования. Три человека ранены, еще семеро погибли во время землетрясения в Индонезии. Пострадал южный остров Ява. По словам спикера министерства по чрезвычайным ситуациям, 950 зданий разрушены, почти половина из них полностью. В результате землетрясения пострадали жилые дома, школы, больницы и правительственные здания, рассказал чиновник.
Магнитуда колебаний была 6,5 баллов. Землетрясение. Я пыталась спасти нескольких мальчиков, которые находились в соседнем помещении, но не смогла открыть дверь. Возможно, потому что паниковала. В итоге мне удалось ее выбить. Дети были под обломками стены, разрушенной во время землетрясения. Три человека погибли и шестеро ранены в результате тропического шторма на Филиппинах. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спикера филиппинского правительства. 10 тысяч человек эвакуировали. Шторм Кайтак охватил центральную часть островного государства. Там идут проливные дожди, они привели к наводнениям. В двух населенных пунктах зафиксировали оползни. В Палестине прощаются с погибшими во время столкновений с израильской армией. На этих кадрах мы видим, как хоронят одного из митингующих на западном берегу реки Иордан. Участие в траурном шествии приняли сотни человек. В результате столкновений накануне погибли 4 участника акции. Еще 888 человек получили ранения или отравились газом. Это данные палестинского сообщества Красного полумесяца. По словам спикера организации, 104 человека получили огнестрельные ранения. Остальные ранены резиновыми пулями или пострадали от слезоточивого газа. Столкновения прошли в секторе Газа, Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан. Участники акции протеста выступали против признания Иерусалима столицей Израиля. В прошлую среду такое решение принял президент США Дональд Трамп. Ракета Falcon 9 успешно вывела космический грузовик Dragon на орбиту. Он должен состыковаться с Международной космической станцией. Стартовала ракета накануне с базы военно-воздушных сил США на мысе Канаверал, штат Флорида. Все системы сработали в штатном режиме. На этот раз НАСА впервые повторно использовала ракетоноситель и грузовик. Dragon доставлял груз на МКС весной 2015 года, а вот первую ступень Falcon 9 использовали минувшим летом. Технику производит компания SpaceX. Ее глава Илон Маск говорит, что повторное использование позволяет сделать полеты в космос гораздо дешевле. И сейчас на видео, которое предоставляет НАСА, мы видим, что после отделения грузового корабля первую ступень возвращает на Землю. Во время посадки, вот сейчас как раз на экране, мы видим, как срабатывают специальные двигатели для торможения ракеты. И после чего в вертикальном положении она приземляется на то самое место на мысе Канаверал, откуда стартовала, после чего ее подготовят и в дальнейшем смогут еще раз использовать для запусков. Украина в зеркале Японии. Книгу для детей о традиционных символах двух стран презентовали в Киеве. На 9 парных рисунках национальная одежда, еда, дома, бытовые предметы. Они подобраны так, чтобы показать сходство и различия культуры Украины и Японии. 1000 экземпляров книги подарят детям из обеих стран. Мы сделали красивую книжку для самых маленьких, акварелью, чтобы провести параллели между украинскими простыми предметами – дом, улей, цветок – и японскими. Подписали их на двух языках, чтобы дети могли понять в обоих странах. Иногда мы слышим, что украинцы и японцы очень разные, но на самом деле намного интереснее узнавать, что общего между нашими народами. Эта книга показывает сравнение между нами. Например, национальная одежда, кимоно и вышиванка. Разные, но там и там есть красивые вышитые цветы. Издание вышло в рамках Года Японии в Украине. Символично, что празднование проходит как раз в 25-ю годовщину дипломатических отношений между странами. Украинец Михаил Романчук выиграл золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене. Он первым преодолел дистанцию в 1500 метров вольным стилем. Это уже второе золото украинцев на этих соревнованиях. Ну и ранее серебро в финале на 200 метров на спине завоевала Дарья Зевина. К этому часу у нас пока все. Итоги сегодняшнего дня подведем, как обычно, в 21:00 по Киеву. Желаю вам хорошего остатка субботы. Надеюсь, что вы сегодня отдыхаете в кругу ваших родных и близких. Увидимся через 2 часа. Не переключайтесь.